Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по майнеру. Один басфун. Вчера я зашла. Даю здесь при регистрации 10 рублей бонуса. Я закинула 20 рублей. Того у меня депонировано как бы на депозите 30 рублей. И в этом видео, естественно, я хочу проверить на вывод. Ну, давайте я соберу доход. Вот вкладочка «Собрать доход». На балансе у меня 11 рублей. И нажимаю вкладочку «Вывести». Так, да. Нет. Или... Ага, я кошельки не прописала. Прописываем Payeer кошелек. Сахара. Смотрите, вывод средств. Здесь даже можно реинвесты делать, оказывается. А я вот вкладочки «Установить кошелек» не нашла здесь. Давайте сохраним. Реинвест я пока не буду делать. И вот выберите... Здесь платежная система Payeer, Kiwi, Яндекс, Виза. Угу. И я выбираю Payeer. Вот так вкладочку. Выплаты мгновенные. Комиссия отсутствует. Вывод один раз в сутки. Ну, сутки так сутки. Давайте выведем. Так. И... Баланс мой обнулился. Раз мгновенный. Идем на Payeer кошелек. Я перезагружу. Вот у меня 19 августа. Вчера только последний вывод был. Сегодня у нас 20. Да, 20 августа. Так, 20 августа. Перевод выполнен. 11.91. 1 басфун. Все замечательно, платит инстантом. Как долго он будет работать, я понятия не имею. Будем надеяться, что нам админ даст заработать. Вот. И проработает как можно дольше. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.